Блокчейн теперь используется для браузера. Стартап под названием Blockstack запустил свой проект децентрализованного браузера, который работает без существующей инфраструктуры, а загружает веб-сайты с пиров, то есть других пользователей, а не с серверов, что обеспечивает конфиденциальность и безопасность в интернете. Заметив, что Blockstack на самом деле является надстройкой на браузер, то есть пользователи могут установить его на Chrome или Firefox. На данном этапе он привлекателен в основном для разработчиков. Планируется, что через полгода Blockstack выпустит пользовательскую версию.